Девочки, всем привет, мои хорошие! Сегодня я буду делать себе сама прикорневой объем. Отращивала я свои волосы, отращивала, но смотрю, большого толка от них нет. И сюда я их причешу, и сюда причешу, ну, про себя думаю, говорю, господи, ну, что же я их отращиваю, зачем? Ну, мне так нехорошо без объема, лицо у меня не крупное, круглое, поэтому мне нужно, необходим просто объем на волосах. А так, я смотрю, ну, отпущу я их вот такие длинные, ну, что, ну, толку от них будет, ну, буду я их немножко накручивать, а так вот не знаю. В общем, девчонки, и так я крутила, долго думала. Может, я буду и жалеть после этого, что я опять себе сделала этот прикорневой объем. Ну, не знаю. Мне кажется, что нужно сделать. Как я буду делать, вы сейчас увидите. Кому это интересно, оставайтесь со мной. И что из этого получится, мои хорошие? Свой прикорневой объем я буду делать вот на такой препарат для биозавивки от Next. Это германский препарат. Вот. Для поврежденных и обесцвеченных волос. И буду делать, как я, вы уже, наверное, некоторые смотрели, вот на такие вот буду делать бигудюшки, так скажем. Это клипсы для прикорневого объема. То есть, вы помните, да? Я вот буду делать только, то есть, на корни. Пристегивать вот эти бигудюшечки на корни своих волос. Я сейчас буду, я буду делать только на макушку. Вот. И потом за счет вот этих волн и гофрочки, вот такой вот, видите, у меня будет на волосах у корня такой, такая, скажем, как бы гофрочка. И за счет этой гофры получится у меня такой хороший объемчик. Ну, смотрите, девчонки, все, что из этого получится, мои хорошие, оставайтесь со мной. Дорогие наши друзья, кто не подписался, подписывайтесь на наш канал, нажимаете подписаться, затем нажимаете на колокольчик, и вам будут приходить наши новые видео. До новых встреч, дорогие друзья, на нашем канале! У нас получилось вот такой объемчик. Ну вот теперь я довольна. Красота! И вы, девчонки, можете сделать такой же объем сами себе. Ничего сложного. Только для этого вам будет нужно препарат биозавивки.
можно такой, можно другой. И бегудюшечки для прикорневого объема. Эти бегудюшечки вы сможете купить на Алиэкспрессе. Ссылочку могу оставить вам внизу, девочки. Ну вот, мои хорошие, красота, я очень довольна. Ну, девчонки, пока, мои хорошие, девчулечки мои, красотулечки, люблю вас всех. Подписывайтесь, девочки, кто новенький, будем дружить, пишите, мои хорошие. До новых видео, пока, с вами была я, Рубцова Наталья.